Всем привет! И я снова в деле. Сегодня у нас очередной контейнер за $300. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Перчаточки, зайчика, перчаточки. Меня заинтересовало вон там, вон то кресло, но я пока туда не долезу. Оно в офигенном состоянии, и одно кресло такое стоит $300, и диван. Мне кажется, если его выставить за долларов 100-150, я думаю, его быстро заберут. Реально классно, только немножко пыль почистить, да. Знаешь, что это? Что, где? Я не вижу. Это велосипед. Ну, я видела раз. А ты такой смотришь, говно. Состояние, видно, конечно, не очень, но это трек. Трек это круто, типа? Это дорого, да. Да? А это еще с два... Блин, тут он сломанный, а этот... Фигнюшку, вот это сломанный? Меняется. Так, сразу. Вот это? Угу. О, массажер. И это не дешево, походу. У нас, кстати, есть массажер. Ну, это, по-моему, покруче, да? Работает. О, будет у нас и массаж. Это можно Ну, мне интересно то, что меня заинтересовало. Что? Телек. Кстати, да, я забыла вообще. Что никто его не видел? Зайчка, смотри, можно я скажу, что меня заинтересовало? Джорданы. Раз. Найки. Это $50. Два. Еще Джорданы. Я, блин, просто буду богата. Три. А, то есть меня еще там один Джордан. Меня не включают, да, в богатство вообще же? Ну, Зоечка, это же я нашла контейнер. Конечно. Да. А, ты мне поможешь, если ты хочешь посмотреть телевизор или как? Ну, бери свои шмотки отсюда. Бери свои шмотки отсюда. Так, мне надо, знаешь, что как бы как мы всегда делаем? Что мы берем с собой, что мы выбрасываем в мусор. Угу. Вот, Зоечка, тебе сверла нужны? Не знаю. Я больше волнует телевизор. Хорошо, сейчас. Подожди, тут что-то, что сидушка. Я... Сидушка. Это... Давай пока сюда положу, потому что я не знаю, что это. Угу. Далеко не вытаскиваем. Я понимаю. Коробки есть что-нибудь интересное? Пока не знаю. Гифт-карт опять. О, потом. Я думаю, что там ничего нет. Ну, можно, конечно. Шмотки, да? Версачи, фиг. Да, конечно. Не, ну здесь вряд ли это будет. Вон еще диван, смотри, какой красивый. Да, это, кстати, мне кажется, афроамериканцы будут такой, сумка какая-то, может, там что-то. Ой, там много чего. У меня вот это кресло мы сегодня забираем домой, потому что я знаю, что оно стоит дорого. Надо его сломано, почистить, кстати, да. Ну ладно, не очень. Мне больше вот этого прикалывается. Короче, самое главное, чтобы он был рабочий, по-братски. Опять перебрать вещи. Короче, оно тяжелое. Зайчик. Во-первых, он залит. Вот, раз, мелочь. Чем-то. Мне больше всего скрин волнует. Который хана. Обидно. Я так и думал, что он бы хана, на самом деле, да. Просто, блин, он такой четкий. Ну. Ну что сделаешь? Это в сумке сейчас будет что-нибудь на $1000. Угу. Диван, типа, да. Коуч, очки, угу. Очки. Ох, блин, света, конечно, нет. Вообще нет света. Всем темно, по-любому, как обычно. Кухня. Короче, это... Неинтересные очки, это что, не то? Велик, что у нас там? Гори. Не знаю, что за гори. Фигнюшка, это сет от этого. Ой, тут второй диванчик, да, или стульчик. Двойное дно. Чи-чи. Надо перепроверить дома. Что это? Ничего интересного. О, рама трек. Ну, звездочка там все так. Это что? Air Jordan. Раз. О. Это, кстати, в хорошем состоянии. Два. Дальше. Вот это вот тоже мы на Джорданы. Блин, потоптанные. Страшно здесь $1, да? Нет, просто есть люди, которые покупают, их восстанавливают. Я не знаю, может попробовать. Ну, типа, чуть как-то хоть чуть-чуть сказать, чтобы они их как-то, ну, восстанавливали. Ладно. Вот, и здесь целый просто пакет. Вот это вот пара. I suppose. Да. И вот такой, слушай, размер такой огромный. US 12. Офигеть. Ну, выкидывать чисто Джорданы, оставить здесь целый просто пакет обуви.
мы с тобой не пара, не пара. А вон пара, нет? Вот эти вот красные с твоего отца, нет? Не то? О, боже. Да. Эр Макса тоже за этим кристаллов 50. Фу, воняет. Пять. Я уже не могу. Накуришься так, да? Да. Адидасы. Ой, фу. А что, бабна магазин открывает? Да. Ну, вижу, что в Норд сами покупали. Made in Italy, окей. Okay. Блин, сейчас я второй найду, ну что мне. Хороший знак. Почему? Ну, это же что-то брендовое, если Made in Italy. Так он же вот, выбрито. Белли. Да. Что такое Белли? Ну, это типа дизайнер. Среднячок, короче, да? Ну да, ну это как там не Gucci, конечно. Дальше. Так, это что? Кроссовки. Я понимаю, это пара, да. Просто да. Кроссовки. Это Nike. Nike. Ну, такие. В обуви, конечно, боже, целая куча. Джорданы, вот. Надо еще один найти. Вот он. У меня Джорданов просто капец. Да. Ну, такие тоже поношенные, но ладно. В том контейнере были чуть получше. Томми Хилфигер, нет, это не очень. Надо посмотреть, сколько они будут стоить. Ну, долларов 30, наверное, не больше. Пума нынче такси. Отфумилась. Отфумилась, да. Они все по парам. Ну да, либо мы найдем их дальше. Вот, это тоже, это что-то Adidas, да, сейчас. Ну, Nike уже не видишь галочку. Где? А, да. Нет, не видела. Да, нет. Nike. Ну, эти Nike тоже долларов 50 будет стоить. Да? Эти с пузырьками, они типа блатные. Да? Ну, типа. Ну, 50 долларов. Adidas 40. Если они... Ну, смотри, сколько новый стоит. Так, это я пока сюда оставлю, потому что у меня не вся пара есть. О, зайчка, дриль. Так, вот это вот пара. Да. Тоже долларов, мне кажется. Что это? Тоже Nike, окей. Давайте 40 баксов посчитаем. По минимуму. Это еще не все. Вот, а этот... Пипец, конечно. У меня батарейка умирает, садится. Тут этот, велик, ничего не... Да, ну как бы, ничего плохого, но ничего хорошего. Почему все вообще такое грязное? Тут же инструмент, рация есть, он видит. Милуоки фонарик, да, что там? Не этот дремель, это типа милуокский. Ну что, нормальный инструмент всегда. Нет, проходит. Это круто, конечно, да. 30-50, но вот это желтый райобит долларов, тоже 50-70. Рация, надо посмотреть, вон две рации, видишь? Угу. Че, бренд, че, гитарно, нет? Кобра. Тише, тише. Вон, как о, даже педали есть. Троллейбы. Вон на земле лежат. А. Ну, кстати, далый. Сабвуфер. Есть монитор, как вариант есть компьютер, но я не думаю, что он будет супер-пупер крутой. Это какой-то блок, но это какой-то. А эта сумка тут была, она не сделала, да? Шмот. Ну, короче, он наполовину мастер на все руки был, да? Ну, потому что инструмент такой, ну, как будто вот он занимался. Это один какой-то инструмент или это что? Ну, вот что бы ты с этим делал инструментом? Не знаю, закручивала болты какие-то. Ну, гайки. О, это же такая вся штука тоже есть. Что это такое? Это по стене водить, искать эти, а, как они называются, ну, балки. Балки, статфайндер. Да, окей. Кстати, да, если тебе не надо, это как, можно, типа, сетом? Ну, так, мне кажется, какой-то сет был, нет? Ну, возможно, но нет. Долларов 40-30. Шмот. А вдруг там деньги в кармане? После того, как убрано много вещей, очень много громоздкой мебели, у нас еще есть два комодика. О, даже смотри, какой-то японско-китайский, который, да? Который, кстати, может деньги немножко смотреть. Я, конечно, расфигачен. Разбит? Ну, есть недочеты по нему. А вдруг там что-то есть? И тут тоже. Момент истины, момент пустоты. А нет, вижу. Таблетки.
Ох, как я не люблю эти контейнеры, когда много-много вещей. Потому что в итоге приходится загружать это вот, вот так. Ужас, какой паровоз. Нам еще домой доехать. Как дела? Домой поедем? Угу. Тебе понравился контейнер? Нет, лучше был бы как первый. Как вчера. Был тяжелый. Теперь домой. Разгружаться. Take a look before I grab it. Yeah. Nice to be clean and all. We have leather ones as well if you want to. I'm redoing our bar. Oh, and okay. It's funny, I just bought a table to go in there and we just set it up tonight actually. Oh, I see. And then I saw this and I was like, oh my gosh, that would actually look better in there. I think it'll fit. Yeah. Yeah, worst case scenario, we can try and unscrew some legs. И вот так вот начинается продажа в первый день, когда забрали контейнер. Второй день продаж. У нас забирают диван. Я не успела выбросить. Ничего страшного. Вот это вот я тоже вчера нашла, это что-то как это. Да, я поэтому хотела, чтобы ты посмотрел. Осталось нам отдать людям вот это. Thank you so much. Thank you guys. Yeah, thank you. Thanks for coming. Thank you. Yeah. So, you selling anything else? Everything? Yeah. Really? Open the like. Moving out. Wanna take a look? Такую погоду даже продаем вещи, а? Что-то что намокло? Мы на самом деле очень дешево продали этот кожаный диванчик. Что Даша с предыдущих контейнеров сейчас будет продавать. Сколько за эту штуку? А 60 с чем-то долларов. $60 Даша уже продала. Его можно было продать за 250-350, но мы очень хотим, чтобы было много свободного места. Для следующих контейнеров. Для следующих контейнеров, чтобы было деньги. И мы вчера забрали, сегодня продали. Нормально. Мы еще вчера же продали это. То есть мы уже... Мы еще в тот же день продали полку за 25. Да, сколько мы уже контейнер второй купили, да? Нет еще. Ну, когда завезем вещи, будет уже с плюсом. В общем, мы практически уже купили второй контейнер. А там еще вещей будет здоров и дофигища. Вот, но об этом уже, наверное, в будущих видосах. А может, зачем вам это надо, да? Ладно, все, всем увидимся. Дальше. Пока. Пока. Mm-hmm.